Всем привет! Сегодня наше видео будет о моих любимых кофейных деревьях. Я нашла их в магазине. Надеюсь, видео вы об этом уже посмотрели. И я просто влюбилась. Решила, что такое растение обязательно должно появиться и в моем доме. Согласитесь, это необычное домашнее растение. Вот, я купила такое маленькое деревцо. И, конечно же, много чего узнала о этом необычном растении. Как я уже говорила, это кофе арабика. В качестве комнатного растения в основном применяется именно этот сорт кофе. Это многолетний кустарник из семейства мареновые, родом из Африки, но его выращивают в разных странах по всему миру. Дерево хорошо растет в высоту. На плантациях его длина может достигать 8 метров, а в домашних условиях 1,5-2 метра. Здесь написано 2 метра на 2 метра. Вот такой вот куст 2 на 2. На данный момент я посадила его вот в такой горшок. Когда дерево немножко подрастет, я куплю большой горшок красивый и поставлю где-нибудь в освещенное место, но не под прямыми солнечными лучами. Благоприятное действие на рост дерева оказывают кислоты, например, лимонная или уксусная, которые следует добавлять в воду в небольших количествах. С нетерпением буду ждать весны. У нас сейчас зима, я купила его вот зимой. Ждем весны, так как весной распускаются и появляются цветки кофе. Они белые, небольшие, по форме напоминают аккуратные звездочки и обладают выраженным приятным ароматом. Уже через полгода после первого цветения появляются плоды, чего мы с вами и будем ждать. С одного куста за раз можно собрать до 500 грамм зерен.